известный повар, еще и итальянец, не хотелось бы грязь в лицом ударить. Сливок, наверное, грамм 40-50. Ну все, зуб даю, я тебя уволю. И в этот момент мы добавим прям чуть-чуть карри. Всегда пробуйте, воспитывайте свои вкусовые рецепторы. Сам соус непосредственно обволакивает макароны. Так, паста наша готова. Привет, я Даляр Сагитов, это кулинарный киоск. Сегодня у нас в меню блюдо итальянской кухни, фетучини с грибами, с куриной грудкой, с добавлением карри. Все это будет в сливочном соусе и освежит салат руккола. Так, начнем с сварки макаронов, точнее пасты. Кстати, паста – общее название всех макаронных изделий, применяемых в других языках. А также паста – это полноценное итальянское блюдо. Если говорить простым языком, это макароны под соусом. Вода должна быть соленая, как итальянцы говорят, как на вкус моря. Но если кто-то не был на море, в принципе, посолите его так, чтобы для вас это было пересолено. Ну, на грани, как у нас говорят на кухне. Так обильно посолим, потому что какая бы у вас паста ни была вкусная, если паста будет пресная, то потеряет весь вкус ваше блюдо. Начнем с жарки, точнее приготовления соуса. Куриную грудку нарежем небольшими ломтиками или соломкой, или жульеном, как говорят французы. Кстати, жульен – это не блюдо, а способ нарезки, слово, пришедшее к нам из Франции. А блюдо называется кокот и подается в ресторанах кокотницах зачастую. Но объясню, почему к людям это пришло. Наверняка, само жульен, почему его так называют. Потому что в блюдо нарезается все соломкой, отсюда пошло название жульен. Таким вот соломочкой. Касаемо граммовки, наверняка ни у кого весов нет на кухне, поэтому делайте на глаз. В принципе, основная часть блюда – это же, конечно, сама паста, а остальные компоненты просто сопутствующие и дополняют ее вкус. Вот прям наискосочек так ножом. Ну, понятно, что нож должен быть достаточно острый. Такой соломкой прям хаотично. Примерно по полсантиметра. Лучше, конечно, все нарезать вам, подготовить. Так вы ничего не пропустите из ингредиентов, и у вас ничего не сгорит на сковородке. Поэтому я всегда готовлю, сначала все нарежу, подготовлю. Так, перчик помним, да, глянцевой стороной к доске, чтобы не соскочил нож, так удобнее резать. Тоже с такой соломочкой тоненькой. Тоненько, аккуратно, не спешите, если вы еще плохо обращаетесь с ножом, чтобы ваши пальцы не покромсать. Так, туда же, соответственно, в пасту мы добавим лук репчатый. Ну, можете взять шалот, если есть такой, это разновидность лука. Он маленький такой, вытянутый, более слаще, чем репчатый. Ну, в общем, на ваши предпочтения вкусовые. Также нарежем мелко, в принципе, как в труху. Эта нарезка называется мелюсьен. Это меньше, чем нарезка тартаром даже. Кстати, тартар – это как полноценное блюдо, так и способ нарезки. Самое распространенное блюдо – это холодная закуска из сырого мяса. Наиболее распространенная версия, как это появилось, говорят, что это появилось среди кочевников татаро-монгольского ига. Они сырое мясо клали под седло лошади, и через часа 3-4 мясо подвяливалось, они его доставали, натирали каменной солью и уминали, не слазя даже с лошади зачастую. Я бы назвал такое средневековая макавка. Он даст свой сок, но нам не нужно, чтобы он был в пасте крупными кубиками. Так, дальше у нас шампиньончик, его много не надо. Также по полсантиметра, наверное, потому что если слишком тоненько, он ужарится и, в принципе, его не будет видно, а нам нужно, чтобы показать, что он есть. Так, приступаем к готовке соуса. У меня масло растительное, вы можете использовать оливковое, можете его смешать, в принципе. При покупке обращайте внимание, что оливковое масло должно быть для жарки, а экстра virgin – это для салата. Небольшой вам лайфхак, потому что оно горчит сильнее. Так, нам нужно сильно расколоть сковородку, чтобы прижарить, так сказать, нашу курицу, чтобы успели все соки, которые в них находятся, точнее в ней, белки, чтобы все там у нас запечаталось. В принципе, можно все сразу жарить вместе в одном. Так, еще можете чуть-чуть добавить чеснока, но только не сильно, потому что он перебьет весь вкус у вас. Мы его добавим в конце, потому что он мелко нарезан, и чтобы не сгорел. Так, запускаю. Перец, он самый долгий будет готовиться, потому что плотность. Так, курочку. Так, у нас кипит вода, пора готовить
варить нашу пасту. На каждой пасте на упаковке указано время приготовления. Если вы его будете придерживаться, вы никогда не прогадаете с моментом, когда снимать эту пасту. А в процессе пару раз вы приготовите, уже будете на глаз понимать, когда паста готова. У меня был забавный случай в жизни. Я работал как-то в итальянском ресторане, и учредитель ресторана пригласил повара с Италии, достаточно известного, с Тоскани. И вот, и как бы он хотел познакомиться с нами и проверить уровень. Так, вот лук еще туда добавим, немножко масла подгорает. Хотел проверить уровень наш, квалификацию, так сказать. И каждый по позиции, а на кухне все работают по позиции. Там мясо, рыба, салаты и так далее. Я работал тогда на пасте. И он попросил меня приготовить спагетти. Спагетти алиолио. Достаточно несложные в своем приготовлении. Всего лишь там в состав входит спагетти, спагеттини, оливковое масло, чеснок и чили-перец. Но ему, я так понял, был важен момент, умею ли я правильно макароны варить до состояния альдента. Так вот, я, конечно, очень сильно переживал, потому что, ну как, известный повар, еще и итальянец, не хотелось бы грязь в лицо ударить. Приготовил ему пасту. Так, добавим московский бульон, сейчас, секунду. И пока откинем, подождем, пока наша паста будет готовиться. Посолим. Так вот, приготовил я ему пасту, в общем, и, ну, боязно слежу, у нас кухня в зале была, а он сидел прямо рядом за столом. И сижу со страхом, думаю, блин, неужели понравился ли ему или нет. И в итоге он показывает мне вот такой жест. Вот так вот. Что я в этот момент подумал? Смешно очень. Я подумал, ну все, зуб даю, я тебя уволю. А оказалось потом, что в Италии, чтобы подать знак повару, что паста понравилась, альдента, то есть как переводится на зубок, они таким образом показывают, что паста сварена классно, круто. Ну, в общем, пронесло меня. Но такая забавная история у меня была в жизни. С тех пор я, когда варю пасту, всегда вспоминаю эту историю. Так, пора добавлять сливки. Момент такой, сливки лучше добавлять, когда сковородочка немножко остынет, потому что при большой температуре они могут отсечься. То есть жиры отсекаются, и у него такой вид становится непрезентабельный. Сливок, наверное, грамм 40-50. Ну, вопрос, если вы хотите пожирнее, то добавьте побольше. Лично я не люблю очень жирную. Так, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно затянуть соус. И в этот момент мы добавим прям чуть-чуть карри. Он даст цвет такой характерный, желтый. И, конечно же, свой вкус. Наверное, нотки Индии, я бы сказал. Итальянская паста готовит не итальянец, продукты не итальянские. Еще с ноткой Индии, да? В принципе, вот наш соус затянулся. Мы еще в процессе, когда у нас сварятся макароны, добавим и немножко проварим сами, ну, то есть саму пасту в соусе, чтобы пропиталось. Ну вот, они еще темные, когда начнут светлеть, значит, уже готовы. Ну, можете всегда попробовать, только не обожгитесь. Так, надо попробовать на вкус. Все отлично, ничего не нужно. Всегда пробуйте, если у вас есть такая возможность, воспитывайте свои вкусовые рецепторы. Вы тогда будете все распознавать, и они у вас всегда будут в тонусе. Макароны у нас, точнее, паста. Ну, мы же просто народе макароны называем. У нас готовы. Откинем их в дуршлычок. Промывать их ничего не нужно. Просто откиньте и вот так вот. На плиту. Так, надо немножко подогреть наш соус. Если он у вас затянулся, ничего страшного. Добавьте, как говорится, мы на кухне называем московский бульон. То есть либо воды, либо у вас есть куриный бульон. Немножечко добавьте. Так, все, добавляем. Немножко проварим в соусе. Вообще идеальный соус, когда макароны не плавают в соусе, а сам соус непосредственно обволакивает макароны. Это считается правильным приготовлением консистенции соуса. Ну и, конечно же, надо его сразу есть, потому что сливки остывают, жиры, и получается такая вязкая консистенция и непрезентабельная. Зачастую в ресторанах приходится снова подогревать, когда долго стоит блюдо на раздаче. Так, паста наша готова. Будем подавать. И освежим рукколой. Вот так вот, много не надо ее, она горчит. Все. Пора пробовать.
Попробуем. Очень вкусно. Приятного аппетита и мне, и вам. С вами был Далер Сагитов. Это кулинарный киоск. Помните, что еда не только потребность, но и удовольствие. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заставляйте своих друзей подписываться на канал. Я буду вам с удовольствием рассказывать о своих познаниях о еде. Всего доброго!